Но теперь к другим событиям, которые произошли в российской электроэнергетике на минувшей неделе. Сочинские энергетики отметили новоселье. На этой неделе сотрудникам компаний, отвечающих за строительство и дальнейшую эксплуатацию олимпийских энергообъектов, вручили ключи от служебных квартир. Новоселами стали специалисты служб кабельных сетей, релейной защиты, диагностики, а также связисты и диспетчеры распределительного и магистрального электросетевого комплекса. Они получили квартиры в рамках жилищной программы ОАО ФСК ЕС. Тем сотрудникам, которые проработают в компании в течение 10 лет, квартиры со временем перейдут в собственность. Это масштабная программа, которая предполагает строительство служебного жилья для работников по всех регионах Российской Федерации, по всей территории страны. Вот у нас Сочи – это первый пилотный наш проект. В мае мы заселили 145 семей. Сегодня в Сочи мы заселяем 20 семей. В следующем году еще предполагается заселение здесь и заселение непосредственно уже в самом городе Сочи, около 100 квартир.